Здравствуйте, друзья! Меня зовут Богатейший Ди, и это видео я записываю абсолютно без сценария. Добро пожаловать в новый короткий выпуск. $20 500 прямо на моих глазах сейчас штурмует биткоин. Я ждал этого момента годами, и наконец-то это произошло. Уверенное пробитие старого исторического пика и взятие нового. Вау, я просто не мог не зафиксировать этот момент для своего канала. Ведь я действительно вместе с вами годами ждал этого и никогда не сомневался в том, что это должно произойти. Я говорил об этом с самого начала своего канала. Психологический уровень в $20 000 взят, и это означает, что мы вполне можем прокатиться куда выше, тем более, что модель stock-to-flow ratio об этом говорит. Но не нужно забывать также о том, что коррекция – это то, что всегда сопровождает и рост, и падение. Так что мы вполне можем увидеть и просадки в том числе. В общем, просто хочу поздравить всех биткоин-холдеров, которые вместе со мной прошли этот долгий и непростой путь. Честно скажу вам, для меня это было, наверное, еще в два раза не проще, чем вам. Ведь все это время я заботился не только о себе и своем спокойствии, но и о спокойствии 10 тысяч холдеров биткоина. На самом деле это большая ответственность, которую я взял на свои плечи, совершенно неосознанно, случайно и незапланированно. Но на самом деле мне очень приятно, что я стал источником вдохновения для многих. Увидимся завтра в новом видео, которое я сейчас для вас готовлю. Оно будет очень длинным, минут 20, а может быть даже и все 25. А что еще могу сказать? Я просто в возбуждении, меня всего трясет, и я начинаю задыхаться. Это все нервы, но хорошо, что повод для них оказался крайне позитивным. Так что увидимся завтра, а вам могу посоветовать только зарабатывать и богатеть. До скорого.